Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах кашля у собак. Кашель – защитный рефлекс, который специалисты объясняют как форсированный выдох через рот. У собак он может быть как нормальной реакцией организма на внешний раздражитель, так и признаком серьезных нарушений в работе организма животного. Почему лающие кашляют? Каковы причины этого физиологического явления? Давайте разбираться. Инородный предмет в дыхательных путях – первая причина кашля у лающих. Возможно, ваша собака кашляет, потому что подавилась. Как правило, животные справляются с этим сами. Однако, если ваш питомец сильно кашляет, затрудненно дышит и никак не может избавиться от инородного предмета самостоятельно, помогите ему. Вирусные инфекции – вторая причина. Ваша собака может кашлять из-за того, что заразилась инфекцией от больного животного, например, бронхитом. В этом случае лающего мучает сухой, приводящий к рвоте кашель. Вылечить питомца от инфекции поможет специалист. Проблемы с сердцем – третья причина кашля у лающих. Кашель у собак часто бывает вызван сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, нарушением работы сердечного клапана. Такой вид кашля чаще всего встречается у крупных и пожилых собак. Помимо кашля, животное в этом случае также страдает быстрой утомляемостью и одышкой. Новообразование в трахее, легких, бронхах, грудной полости – четвертая причина. Кашель в этом случае может иметь острый или хронический характер. Также он нередко сопровождается одышкой и патологическими шумами в легких. Аллергия – пятая причина. Если ваша собака не только кашляет, но имеет слезоточивость, высыпание на коже, покраснение белков глаз, очень вероятно, что у нее аллергия. Чаще всего аллергия у лающих бывает на корм, укусы насекомых, пыльцу и химикаты. Заражение органов дыхания паразитами – шестая причина. Очень часто паразиты развиваются в бронхах у животного. Если вовремя не начать лечение, собака может заболеть паразитарным трахеобронхитом. Именно поэтому очень важно регулярно проводить декельминтизацию питомца. Каковы самые распространенные причины кашля у собак? Если вашего лающего друга мучает продолжительный кашель, незамедлительно покажите его специалисту. Большинство причин кашля у собак – это серьезные заболевания, развитие которых можно предотвратить только своевременно начатым лечением. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!